Так, кстати, о паразитах, которые живут в рыбе. Сейчас вам покажу. Вот, в чебоках весной есть вот такие вот отверстия, видите? Давайте я вам разрежу его чуть-чуть и покажу, кто это его сделал. Вот один подселенец. О, живой пополз. Вот еще один побольше. Многие видели, слышали, что в рыбе живут паразиты. Вот, смотрите. Обязательно. Смотри, какие штуки у меня тут. Паразиты, что ли? Да. Пошел, в рыбе живут, глазами вон они. Я больше никогда эту рыбешку даже просто... Да это... Покажи. Вот, на елку пришел посмотреть. А? Это кто? Личинка стрекозы. О, маленькая, хочет обратно залезть в него. Смотри. Вот из этих штук получается стрекоза. О, вгрызлась в него. Смотри, вгрызается и залазит прямо ему в брюхо. Это тоже вгрызлась. О, какая гадость. О, первобытная. Это он уже почти залез, маленький. Обратно впился в него и подпер. Людям они не опасны, а рыба погибает, они потихоньку выедают ее просто изнутри. Я больше не буду рыбу есть. Вау, какая дрянь. Ползет. Вот такое отверстие они в ней выели. Неприятные штуки. В одной рыбе были две вот таких вот мрази. Две. Неприятные штукенции. Две.